dead. Hey, boss. Give me the pussy, boss. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Тупо едем в машину. Мы заходим уже. Так, в смысле, я не вышел. Вышел. Короче, пока ничего не доставаем, мы типа, пока что мы это. Мы типа. Да, пока не надо. Пока мы типа анонимус. Короче, тут типа ничего не будет. Так, теперь мы должны типа подняться на верхний этаж. Ты чё, блядь? Ну типа у них есть какие-то чипы памяти, которые они, типа, они проглатывают типа чипы специальные, чтобы. Ой, это... Ты уже умер? Ну, близок это. Так, короче, сейчас. Сейчас, секунду. Секунду. Не, подожди. Как их отходить на контуре? Мне на контуре. У меня чисто. У меня чисто челики, которых я стреляю, они почему-то не умирают. Не, по-моему, заметили. Да. Мы заметили. Так, все, иди, короче, вон к столу и там это. Да не иди драться, иди к столу, вот где к точке, и забирай. Да я буду. Че, дебил. Че-то скачу. Ой, тут. Ладно, я пока буду защищать то, что тут. Так, не сержу, что ли? 99%. Не, я, конечно, понимаю, это типа крутые челики там и тому подобное, но мне кажется, или они типа не должны выживать после выстрела в голову, учитывая, как, что на них нет шлема. Колесик. Сам ты писал в щит. На всякий. Сосать плюс лежать. Так, вот теперь будет сложно. Надо будет убегать или... Прячься пока. Короче, я не знаю, как мне тебя спасти еще. Так, короче, пока сиди. Типа, отстреливать их бесполезно. Так я могу до машины добежать успеть. Подожди. Надо сейчас бежать. Подожди, сейчас побежим. Я тебя сбил, осторожно.
У вас там вертолеты? Да. Я вообще смогу. Садись. Все, мы едем. Короче, прикрывай нас. Мне, по идее, вас забрать надо. Так. Короче. Тут есть вот эта скорая помощь, ну это, госпиталь, там сверху типа есть эти. Вертолет. Да, вертолетные площадки, садись туда, короче. Да, я, мне туда и надо. Нам туда надо, если тебе нужно забраться. Если тебе нужно я забрать. Я вам говорю, мне туда и надо. А, тебе туда и надо. Мне надо вас забрать. Ёперный театр. Я отсюда хедшот поставлю, садись давай. Че он черный? Ой, с него извините, выбора цвета не было. Нет, садись быстрее, ты можешь он сесть? Он не садится, сюда? Куда? Твою мать, ну нажми, и все, он с другой стороны садится. Нет, там винты, А, я помню, мы как-то убились так с Колей на задании. Да. Долбоёб, вот куда ты бежишь? Еще я отменить не могу эту херню. Ну все, мы умерли. Что значит in the sky? Это значит, что сейчас вы отправитесь на небеса. А у тебя там есть сидушка вторая? Или надо типа вырубить винт? Типа... Видимо, он один может. Типа там, видимо, рассчитано для чувака. Должен быть. Мы же втроем проходим. А миссия на четверых рассчитана. А что нам куда вообще? Вертолет. А, ссылочка, это, блядь, компьютер. Не стреляйте. Чё, кого? Они... Залети повыше тут вертолеты. Не, вертолеты везде спавнятся. Ну, выше намного нет. Твою мать, ну я уже... очень долго летаю без копов. Бой! Вон там красный огонек, нам туда? Нам на... А, кстати. Чё, какой красный огонёк? Ну, вон, видишь? А вон, видишь, там дым. Наверное. Да. Прям перед нами. Давай, это когда там кто-то первый после гаража от дождь. Стреляйте! Ну, сейчас уже пофиг. Иван... Мне это, короче, этот Иван, кто-то там, его, это, типа, родина Илона Маска. Илоном, да. Да? Логично. Ну, блин, это понятно. Он даже выглядит вот как-то это, похоже, это знаешь. Это логично. Все. Сетап посет. Пошел нахуй. Бабло за это не дает, почему не бабло? 3500. Точно, 3500. Ноль. Ой, какая жалость. Андрей, какая незадача? Как ты без 32 тысяч? Я просто, блядь, не понимаю. Вот я не могу понять, вот у тебя там нулей больше, чем у нас цифр, в принципе. Да. Машинка. Опять делюксы. Так потому что это, мы должны уже летать на них. Садитесь кто-нибудь сюда. Садись сюда, Коля. Да один хер на делюксы, давай, я так быстрее. Тебе стрелять сейчас не придется этого дерьма. Ну ты можешь не сбивать меня просто. Валит. Коль, вот опять ты мне мешаешься под ногами. Да, роза кой. Блин, нормально тебя там? Да. Просто чисто вперед там. Куда дичей? Куда вы едете? Все, я домой. Такой, ну вас нахер. У тебя нет дома.
знаю. Мама меня отпустила, я еду под мост. Так, Андрей, твою мать, Андрей, нужно под... Андрей не ставит дорогу, он просто, знаешь, вот так... Да, он просто, едет, да. Вперед, да. Просто. Да не, я сейчас доеду, смотри. Давай. Тут обрыв есть. А где розовая? Ой. Ну нет розовой. А, есть? Не, они тихомирами. Параш. А, ну все. А зачем мы в них? Она летающая, надеюсь. Она не летающая. А нахер надо тогда? Блин, мать, Андрей. А, оно стрель... Чтобы она точно не летающая, может, криворукий просто? Не, она не летающая. Да. Просто стреляющая. Так, все, не надо, Рич, не надо. А, давайте этот, того. Короче, я на С поехал. Я на П. Нет! Ладно, окей. Я хочу на А. А, только я это, предупреждаю, что их взрывать не надо. Возможно. Написано хак и таргет. Это не означает, что надо нажимать кнопку и бабахать. Все во вселенной, информация никуда не исчезает, понимаешь? Как сказал Стивен Хокинг. Я понимаю, поэтому, что можно взломать человеку череп. Второму но, закону типа... термодинамики, как говорит наш биологичек. Да, все стремится к энтропии, блядь. Понял? Значит... Она еще жива? Да. Жаль. Да. Жаль. Меня стрелять начали из этого грузовика, я не могу его взрывать? Да, меня тоже. Нет, ты не можешь его взрывать. А я еще не приехал, я иду рашить. Я, конечно, попробую. Я попробовал. Что ты сделал? Я-то взломал грузовик. В принципе-то. Просто посмотреть на это, Ну что, я взрываю его? А, нет, я живой. Давай, взорви себя, давай. Взрываем. Я для себя выстрелил. Это твою мать, серьезно, еще 4 штуки. Так. У нас еще при этом только 16 минут. Я на А. Да, у меня ЦД. Чешу. Это болезнь какая-то? Типа, ЦД, поменяй местами и дополни. ДЦП. ДЦД. А, у тебя редкая болезнь, которая называется XD, да? XD. Болезнь, но у вас XD. А если реально зовут болезнь так? Народ, а ничего, что твою мать цели в воде? В смысле? Может, сейчас можно летать? Твою мать, можно летать, но нельзя подниматься. Но нельзя подниматься, да. Да. Короче, последние цели будут в воздухе, и можно подниматься. А разблокировать сразу типа... все это без слабаков. Да, это проблемно, да, это слишком сложно. Слишком просто, мы не слабаки, да. You're not even getting your hands dirty. Ну, ты знаешь, что у нас всего 15 минут. Всего? Да. Всего. Предыдущие 4 мы типа за какой-то очень маленький срок сделали. Ну, за 5. Потому что они были на это самое. Я вот не могу сейчас, например, проехать просто. У меня какая-то проблема, которая начинается с цены. Мать! Тупо в каждую эту взорвал. Это попал. Ах ты пидор! А нет, я первый. Ай-яй-яй, меня сейчас еще взорву. Рич, едь на... Ты мразь отстреливается. Я тоже, меня могут убить сейчас вообще. Ну, по мне не попадает раз. Сейчас, инвентарь, боди армор. Бам, все, нормально. Я просто кручусь на месте.
Рич, не сдохни только. Если, если мало хп, давай я сделаю. Интересно, а что думают люди, которые на этой лодке? Они такие, ёба-боба, что происходит? Ничего, за мной машина. По воде едет? Извините, это машина Иисус? Так, ты что, даже С не сделал еще? Я С сделал, я Д уже делаю. Окей. Okay. Так, а видимо последний будет в воздухе. Да. Что будет, если сейчас отрубить режим это? Не надо. Утонешь. Я сейчас просить протестить. А, его нельзя отрубить. Ну. Wait for secure, sir. Как я должен с воды свалить? И как? А зачем тебе с воды свалить? Блин, сейчас будет самолет типа залетать, и мы будем его ловить. Раз. Угу. Ну, видишь, какую-то херобору там, это, которую обычно там нет. Блин, долго еще? О, я залетел на. Слушай, а что если я уже около этого самолета? Ух, твою мать. Рич, что, что ты говорил? Тебе уходить типа надо или что? Не, ладно. Так, ну я прилетел, пришел сюда. Почти. А, ну да, конечно, машины летающие, кусты все еще непробиваемые. Пипец, меня мама травмирует. Что делать? Где я? Там, короче, огромный этот. Вон, 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 вон. Че, да, взлетать нужно было. Все, можно взлететь. О, да. Да, появилась херня. Сел. Когда летишь, можно ускоряться? Нет. Нет, стоп, я не могу, я не могу. Коля, вот не надо так делать. Короче, это самое... Не касайся. Крылья просто не трогайте, да. Вообще ничего не надо трогать. Ну да, это нормально, это прям вот GTA сцена. Коля, а у тебя идет типа это? Да, у меня 28% должен быть. У меня типа у меня просто не идет ничего. Просто подлетите поближе, оно будет идти быстрее. Мать, он право поворачивает. Твою мать, я не. Меня унесло ветром. 42%. Что там русский флаг на этом самолете? Не могу приблизиться. Да все, мы уже это, слушайте. Короче, я пойду взрывать это говно. Это русские все, пиндос, ебаный. Я так сразу понял. Гайс, по мне тут стреляют. Кто? Сюда. Русский. А, ну тогда нормально, это называется свайп. Что случилось? Мать, я игру случайно.
Он меня крылом херачит. Ты не уверен, что я его догнать смогу? Вон. Все нормально. Для нас просто стало. Пять процентов осталось. 4, 3, 2, 1. Готово. Можем взорвать его теперь, да? А, то есть от ракеты он не сразу взрывается, а как я до него дотронулся, так он это не так. Ой, я режим отрубил. Подруби обратно. Я сейчас дохну. Попробуй. Меня он пнул, короче, он пока меня падал. Мне дали какую-то ачивку. Аутист? Нет, какую-то специальную от этой машины. Подрубить режим и вперед крутиться. Фронт-клип делать. Ричард полетел. А, чё, всё? Ой, херей, там ещё вертолёт заспавнился, вражеский. Блять. Куда лететь? Ну, там метка есть жёлтая, о. Смотри, как он приземлился. Окей, окей, we got the cars. О-о-о. Как это выглядит замечательно. Закрыл дверь. 32500 сюда на базу. Оп, мегакоуль сосать, так сказать. Да, мегакоуль выполнил 60% да, всей да, работы. 60% он выполнил. Да, понятно, понятно. Да. 60% не выполнил. Как всегда, я затащил. Не взломал две машины, не взломал самолет. Как Ричард доставил машину, конечно. Я отрубил режим и все. Не, типа, когда самолет мы сбивали, я режим отрубил по фану. Типа, он же не дает отрубать его. Ну вот, а там почему-то дал отрубить. Ну вот, и я падаю, короче, вниз. А, то есть, понимаю, что падаю. Ну вот, и такой, чё бы я подрубаю режим обратно, и на меня самолет такой крылом. Да, нахуй. Падающий. А кто я? Ты тёлка. Я посередине. А ты тёлка. Походу спал. А ты понимаю, я должен себя по буграм вычислять, да? Ага. Нет, по хромосоме лишь. Как пафосно это. О, смотри, моя машина. Андрей и эти, короче. Машина. Они там по этим, по вертолетам своим. Херни какой. А у меня револьвер там и спавнится тачка рандомная. Волга такая. Опа-на. Так, ну, Ричард садится просто рядом. Как стрелять? Куда стрелять? Как стрелять? Ну, короче, есть стелс-мод, где тупо ты не можешь стрелять, и типа он это, тихо. Просто кнопка такая называется, тихо. О, ферма. Они тут биткоины, это. Фермер. А можно нормально садиться? Понял. Промахнулся. Вторая попытка. Don't mess around near the building. Подыщ. И чё? Я выпрыгиваю, мне под лопасти прям, да? Опа.
Смотри, стелс. А как с глушителем пистолет сделать? А, ну у тебя должен быть с глушителем типа. Да, а у меня нет глушителя, у меня револьвер. Так, это, на контрол все нажали. Коль ты дебил. Я на геймпаде. Снова сбил. Нажали все на это. Так, у меня есть это, у меня есть снайперка с тепловизором. Коль, как зумить на снайпер? Ну, L2. Зум нажми. Да нет, в смысле, а приближать в самой же это. Ну, зум нажми. Ну, а потом, типа, изменять зум. Ну, ты нажми еще больший зум. Всем дебил, что ли? Я не на клавуше играю, я не учу. Красавчись. Рич, ну ты можешь давай не топать? У нас жмур. Да не бегай! У меня ж конфета вылетела изо рта. Конфета изо рта. Там двое, я беру право, я беру право. Не бери никого, подожди. Он присел. Нахер вы так стреляете? Я всех убью. Камера где-то есть. Ну, там след, да хватит бегать. Да видишь, там типа есть это, куда распространяется твой звук. Тихо-тихо, все. У меня снайперка говно. Как и все. Не так, по-моему, это делается. Get into cover, Коля на ящик залезает. Да, Коля на ящик залезает. Нет, это глава секьюрити выходит. Стреляем? У меня крашнулась игра. Все, обратно вернулся. Взял? Беру. Обыскиваешь там. Что взять? Я в ванусе его роюсь. А, ну что? Его там нет. Во, смотри, там это, там лесенка. Там два челика, их надо убрать. Где? Да, я лево, короче... Просто всех убивай. Два. Че, куда мы идем? Ну надо обойти, он же сказал, типа, вот сюда нам надо. Да-да-да, вот так. Смачно. Мать, это, кстати, хорошая идея, у меня что же будет? Это? Ну не это. О, этого дебила что-то надо сделать. А, Ричард, иди сюда. Что происходит? Что это было? Лос Сосантос. Мы... Сейчас тут Гринч будут, они тут подарки делают. Я циклоп. Видишь мой глаз? Слушай, по идее это типа... Почему у меня взялось это? Базука. Все нормально. Try to be quiet. Рич такой без глушителя. Чё я? Я ни разу не выстрелил. Да, это этот Коля. Коль, ты дебил. Я знаю. Так, а что сделать? Надо? Глушитель. Короче, я на Б. Я на ДЦ. Ричард может стоять просто на месте. Ричард наш талисман. Я буду месить. Пак, откуда меня стреляют, например? Тут какие-то дверки, я забьюсь, короче, в одну и буду сидеть. Я рашу С. Как взломать-то? Ну, я еще не дошел. На Е. Это что такое? Select flashing mod. Блять, чё? Ты на... Откуда? А почему ты не мог просто засесть? Я сидел, я в боксе. Слышь? Я внутри бокса сидел. Серьезно. Так, тут надо... Стоп, а можно быстрее, типа, ходить, если нажать на Shift? Во тихо, время тихо, прицеливания. Тихо, ты, ты в сайт вошел его, ты чё? Я убил, он вроде не спалил. Он сдох, все. Я на всякий случай. Я в книгу. Нет. Так. Select flashing mode by putting your cursor. Так. Connector wire to flashing mode. А, это легко, все, забейте тогда. Чё нужно делать? Короче, выбираешь ту, которая светится. А. Все, я сделал.
будешь клаву мышку портой. Короче, это отвратительно, но к этому, но можно понять. Сейчас будет даблкил. Фликшот, фликшот. Так, первое я сделал. Ой, ебать, фликшот! Надо типа разные комбинации подбирать, понял? Да. Так, а чё, где у меня еще одна? Я бегаю, убиваю людей. Я просто бегаю. А, все, у меня Б. Ну, ну короче, я сейчас... Так, одну только правильно сделал. Я даже никого найти не могу. Я всех убил. Кто где? Чё я все сделал. Я ничего не делал. Это как? Кто спалил? Коля, это у тебя? Не, меня никого не было рядом даже. У меня тоже. По-моему, это скриптовано. Ой, ладно, меня убьют, меня убьют. Да, тут спецназ, тут. Твою мать! Меня начали стрелять, когда я это... Так, ну я прошел. Меня убьют, я отвечаю. Иди сюда, иди, беги ко мне. Кто по мне стреляет, я сейчас умру. Так, я бронежилет надеваю. У меня ноль жизни, ноль. Все, а, валим просто на выход его. Ноль патрон. Ноль жизни, я умираю. У меня пистолет. Я все. Нет. Я иду. Почему у меня так мало врагов? Я жру. Потому что у нас очень много. Я сейчас сдохну. Бляха, ты муха. Короче, забейтесь в угол, я сейчас приду. Я даже не могу забиться, серьезно. Я пытаюсь выживать просто. Я реально, забейтесь в угол, это охереть либо. Андрей, как открывать? Андрей, как инвентарь открывать на клавиатуре? Какой на колесико, по-моему. Ну, если бы я в КС, или на тап. Не видел, нет, меню. Нет, не меню, на тап. Нет, не тап. Я не знаю. А, это на паузу, типа. Просто про меню именно. Ребят, знаете, нет, насколько все плохо? У меня. Инвентарь открывается. У меня реально. Вы помните сцену с Дэдпулом, когда у него было две обоймы? Вот это я сейчас. Я стреляю по одному патрону в каждого. У них шлемаков, правда, нет? В этом вот. Да, мы, в принципе, всех убили. Не, у меня еще остались. Куда выходить? Я почти добрался. Я у лифта, в спину я у лифта. Стреляют. Я в лифте. Ща. Не, нам... Подожди. А, нам сюда? На второй этаж? Я ща поднимусь всех. Так, короче, я беру, я бегу. Ты видишь, сколько у меня дырок? Чё? А, надо ждать. Да сюда, а, иди, всё. Нет, иди сюда. У меня жизни просто нет. Посмотри, сколько у меня дыры, думаю. Все спокойно, сирены нет. Поднимаемся в лифте. Блядь, Рич вообще почему-то никто, за лифтом. Никто, там внутри еще музыка играет. Ой, ну так, все, а, и вот. Нет, давайте в другую сторону. Нет, тут а, где-то... Нам на вертолет. У меня пистолет, твою мать. Погнали вот так тогда, да, типа так нас... А, ну да. А, ну естественно. Подожди. А, походу они нас не видели до этого. Да один хер ты бы не ушел, так что мы тебя не видели полностью. Издеваешься? Я снайпер, без пистолета просто. Я киржаков. Вы что, вертолет сбили? Можете разобрать? Сейчас второй раз. Я сбил оба. Забегайте сюда налево в переулок, тут в принципе можно спокойно полностью сделать. Оббежать. Нету тоже забор. Ой, я сейчас могу помереть. Не надо. Так, бам-бам-бам. Все, я сед. Так. Что это было? Пошли в переулок. Не-не-не, в переулке там нельзя пройти, все. Но надо так. Ты уверен? Да. Вот тут метка, давайте на метку. А, мне казалось, метка это типа на крыше она. Да, метка. Да, но это метка до лестницы на крышу. А. У меня хп 0. Че, Рич, иди, я тебя прикрываю нахер. Там чел стреляет. Я сейчас заберусь на крышу, сниму вертолет. Поздно. Ну, сейчас на нас упадет. Ёб твою мать.
Лезь, Крич. Твою мать. Че не могу полезть? Рич, иди, 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 иди. Я говорю, я отстрелю, я просто ради... Только из-за КС сейчас бегу. КС спасает жизнь. Там акула обратно, да? Да. Ты внутри уже вертолет? Ну я около него стою, ложу. Нихера, Коль, я вот один патрон. Зачем ты? Ты стреляй, стреляй в этот, стреляй в типа в задний винт, если ты один раз попадешь в него. У меня пистолет, я его только что сбил с этим. Не, это я его сбил, чувак. Я его сбил, у меня крестик был на пилоте. А, ну у меня на вертолете. Так. Я одну пулю выстрелил. Там было. Как стрелять? Подрубите режим. Заметили, что на нем по-русскому написано? Короче, стелс мод. Не надо. Я его не включил, все, стрелять, что делать, что хотите. В смысле, только ты можешь стрелять. А, ну все. Лучше вруби, но нас так заметить. Там стрелять не будет. Ты стелс-мод вырубил или что, все равно? Угу. А, я думаю. Ты бы так не смог стрелять все равно. Да пофиг, типа, какая разница. Блокчейн, биткоины. Говорится, нормально, припаркуйся давай. Ой, ну чё, кому там это? Ну да, очевидно. Вам зато деньги дают. За 500.